Ребят, всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как из 10 долларов сделать 100 тысяч, а то и 10 тысяч долларов. Это все я проверил на своем примере год назад от этих же админов в другом проекте. Для того, чтобы проверить, правду я говорю или нет, обязательно перейдите вот здесь в Rocketon, в поиске моего канала введите Rocketon, здесь 6 или 7 видео, и посмотрите, сколько заработал я, сколько заработали люди, которые были подо мной, которым я помогал. Соответственно, все это можете проверить. Мы сейчас перешли на главный сайт, о нем я расскажу чуть попозже, просто скажу, что на данный момент, пока я записываю видео, мы можем проплатить только кабинет, пока еще старта глобального не было, живой очереди, поэтому мы можем проплатить только кабинет. Как это сделать, я рассказывал в своем телеграм-канале, также здесь разобрали этот маркетинг, и сейчас подробно еще раз я расскажу в этом видео. Мы обязательно в конце вернемся, чтобы вы понимали, о чем здесь речь. Давайте перейдем к маркетингу, и здесь, в принципе, все будет понятно. Я не буду рассказывать о том, какие здесь машины и квартиры можно выиграть. Это все маркетинговая часть. Шанс невелик, но он имеется все это выиграть, но это мы не рассматриваем. Мы будем более реально смотреть на маркетинг и действительно понимать, сколько здесь можно заработать. Вход, сразу скажу, от 10 долларов, поэтому здесь каждый абсолютно может зайти от 10 до 100 долларов. То есть здесь не может человек зайти на 10 тысяч долларов, на 15 и тому подобное. Это все про пускаем. Ну, здесь написано, сколько было выплачено в прошлых проектах, то, что у них новая история. И вот с этого слайда мы начнем. У нас имеется 3 активных дохода, 3 пассивных дохода источника и 3 внешних источника, которые заходят в систему и по-разному нас вознаграждают. Это все будет в отдельных слайдах. Первый слайд, на котором мы остановимся, это личные выплаты, это пул активных, это реферальная система. Здесь более подробно я хочу вам кое-что показать. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. О, так будет вообще идеально. Что у нас имеется на данный момент? У нас имеется пул активных, у нас имеются личные выплаты, у нас есть подарки и линейки на 10 уровней. Сразу скажу, мы это дальше разберем, вкратце скажу, как все работает. Грубо говоря, вы заходите в проект, регистрируйтесь, ссылочки будут все в описании. Если хотите в мою команду, регистрируйтесь по моей ссылке, я буду помогать всем своим партнерам достичь больших успехов. Что? У нас есть различные уровни от 1 до 30. На этих уровнях, начиная с 5, мы получаем различную прибыль. Мы регистрируемся, покупаем аватаров, так называются в личном кабинете наши, можно сказать, аккаунты, которые будут двигаться в этой живой очереди. Вот. И после этого получаем различные выплаты. Давайте самое первое, поговорим о личной выплате. С 5 уровня и по 30 вы можете видеть, на каком этаже, какую сумму мы получим, если мы перепрыгнем на этот этаж. Перешли на 5, получаем 1 доллар, перешли на 6, 2, это сразу в личном кабинете все будет. Насчет личной выплаты поговорили, давайте поговорим про пул активных. Что это такое? Если вы ежедневно приглашаете хотя бы по одному человеку, дальше в слайдах мы это посмотрим, вы можете разыгрывать деньги в пуле активных, то есть вы можете участвовать. Если один день приглашаете один пул, если 3 дня другой, если 7, тоже другой, это также поговорим. Также есть подарки. Что такое подарки? Это с 5 уровня по 10, по-моему, это в различных криптовалютах вам прям на биржу будет партнерство с крупной биржей, вам будет на биржу прям присылать. Соответственно, дальше уже какие-то крутые подарки, там iPhone, iPad, машины там и так далее. Все это дальше в маркетинге посмотрим. Есть линейки на 10 уровней, в принципе, это реферальная система, за счет чего все это и живет, вся эта пирамида за счет чего и живет. Да, это пирамида, тут скрывать нечего, но на этой пирамиде можно заработать. Это легко сделать, особенно если ты заходишь всего с 10 долларов и поймешь, как работает этот маркетинг. Вот, это я говорю не просто так, потому что в Rocketon я это уже все прошел, система была чуть-чуть другая, но все равно я это все знаю. Вот, линейки на 10 уровней, что это означает? Как только человек достиг 5 уровня, он получает 2 доллара, но он получает их не себе, он их раздает на 10 уровней в глубину. То есть, все, кто, тот человек, который пригласил его, выше, еще выше на 10 уровней, по 20 центов получает. То есть, по 10% каждый вышестоящий получает. Это реферальная система. Это все получается с одного аккаунта, а их может быть несколько. Об этом также поговорим. Посмотрев это, вы можете сказать, так, ну тут в принципе все понятно, так, на первый взгляд, на практике будет понятно, что вот это такое, трое толкают одного, двое толкают. С 1 по 5 уровень, трое толкают одного, это означает следующее, вы зашли в проект, за вами заходят 3 человека, грубо говоря, они вас перекидывают на 2 уровень.
И также, в принципе, на втором уровне, третьем и с пятого уже быстрее все двигается, скорость больше, там уже не трое толкают, а нужно меньше человек, чтобы дальше продвигаться. То есть с шестого уровня уже двое переходят на уровень после вас, и вас толкают, грубо говоря. Вот так это работает. Переходим в следующий слайд. Еще одно слово про пул активных. Все люди, которые подряд приглашают, они могут участвовать в этом пуле. 24 часа набирается определенная сумма, которая разыгрывается в том или ином пуле. Вот, в принципе, все три пула. Чем больше дней вы приглашаете, тем в круче пули вы участвуете по распределению. Тут можете остановить и посмотреть. В принципе, все понятно. Также будет разыгрываться там 10 автомобилей. Об этом также поговорим, если интересно, если хотите проверить, честно ли или нет. Там все это на смарт-контракте. Далее, у нас есть линейный маркетинг. Вот что это такое, давайте поговорим. К примеру, вы зашли в проект, у вас есть люди, которые вы можете пригласить. 2 человека, 5, там 100, неважно. Первый уровень, вы получаете реферальное вознаграждение с этих людей абсолютно бесплатно, вы не платите за этот уровень. То есть пригласили в первую линию, все, что они зарабатывают, какая-то часть процента вам бесплатно падает. Если же ваши люди, которых вы пригласили, тоже кого-то пригласили, вы хотите также получать прибыль с них, в глубину уходить, вам нужно платить так называемый налог. То есть второй уровень — это $20 платим, чтобы получать со второго уровня в глубину, 30, 40 и так далее. То есть, грубо говоря, все эти деньги уходят в систему, в инвестиционный пул, об этом чуть позже поговорим. Следующий слайд у нас поощряет активных людей, чтобы вы были активны. Грубо говоря, мы платим $10, к примеру, это на месяц подписки. За месяц подписки, помимо курсов полезных, которые там имеются за $10, вы получаете также место в этой всей очереди, и каждый месяц вы оплачиваете по $10. Если вы не хотите оплачивать, вы просто приглашаете людей, и у вас так называемая скидка. За каждого человека, как активированного аватара, вы получаете 10% скидку. Но один человек может купить сразу 10 аватаров, и это будет 100% скидка. Понимаете, да, чем больше вы пригласили, вы можете пригласить 10 человек, которые купят по одному аватару, это будет 100% скидки, на следующий месяц вы не платите. Либо этот промокод дарите другим своим людям, то есть помогаете им зайти бесплатно. Либо вы приглашаете одного человека, который покупает 10 этих активированных аватаров, делает, и также 100% скидка. Если вы заходите не на $10, дальше поговорим, какие суммы, а на 50, например, то есть 5 аккаунтов вы отправляете, да, в живую очередь, то вам нужно 500% скидка, соответственно, больше пойти. Именно за таких активных людей, пассивные люди, которые ничего не делают, быстрее двигаются также в очередь. Дальше, регулируй сам свою скорость в очереди. Что это такое? Чем выше уровень подписки, тем быстрее движение. Когда вы активируете первый свой стол там, на $10, у вас 28 дней уже готово. Это активация на 1 месяц $10. Если вы хотите вашего аватара увеличить на 6 месяцев, у вас будет чуть-чуть больше скорости, там, на 3-5-10%. Не знаю, здесь по процентам не показано. Но не иксово, не так, что прям сильно перегонять. То есть там в живой очереди аватары могут друг друга перегонять, у кого какая скорость. Поэтому тут регулируем сами. Вы можете регулировать там на 1 месяц подписку купить, на 6, либо сразу на 12, и, соответственно, скорость будет больше всех. Я, скорее всего, сделаю это на полгода и посмотрим, как там будет дальше. Так как я приглашаю людей, так как я веду активный образ этого маркетинга, соответственно, у меня будет скидка, и как бы нету смысла на 12, когда и так у меня будет скидка. Скорее всего, буду на 6 делать. Тут, я думаю, тоже разобрались. Если какие-то вопросы есть в Telegram, пишите, либо в комментариях. Вот, в принципе, самое интересное для меня лично, потому что я люблю не только я зарабатывать, но действительно помогать людям. Это не пустословие, это, опять же, можете все проверить. Достигаю, удерживаю карьерный статус. Что это такое? Давайте обо всем поговорим. Очень выгодно помогать своим людям в первой линии, во второй линии, чтобы они могли расти. Из-за этого быстрее будете расти вы. Если вы хотите получить статус партнер, вам нужно пригласить по своей реферальной ссылке всего 3 человека. И у вас на один аватар добавится 3% скорости. Если вы хотите получить себе статус консультант, вам необходимо из этих 3 людей сделать 3 партнера, чтобы они также пригласили по 3 человека. Вам уже будет скорость 5%. То есть вы помогаете своим людям, если они не умеют приглашать, всеми способами. Конечно, если он не ленивый, если он ничего не хочет делать, тот не поможет. Если он пытается, вы ему помогаете, он достигает статус партнер, вы достигаете статус консультант. Наставник.
Также, если ваши 3 человека в первой линии, любые, консультант надо достигать, вы наставник. То есть, чем больше у вас карьерный статус, тем быстрее вы двигаетесь, тем быстрее двигается вся ваша структура. И вот мы дошли до смарт-бинара. Что это такое? Тут в этом проекте 2 маркетинга. Одна живая очередь, другая смарт-бинар. Смарт-бинар отвечает ровным счетом за всех людей. Чем больше людей будет, тем больше выплат тут будет. Я не буду углубляться в эту тему смарт-бинара, потому что это все на практике поймете. Также помимо этого будет искусственный интеллект, который раз в месяц, раз в 3 месяца, пока что мы не знаем, как это на практике, будет переворачивать всю бинарную сетку и будет смотреть, кто меньше всех заработал, он поставит его самый верх всей, да, линии. Те, кто больше всех заработали, самый низ. То есть тем самым делает ребалансировку, чтобы заработали те люди, которые меньше всего заработали. По-моему, это круто. Посмотрим, как это будет. 3 внешних притока денег именно в наш маркетинг. Как это работает? Самое первое — это партнерские программы. Опять же, проект будет интегрироваться, если не ошибаюсь, с биржей MEX, может что-то изменится. И, соответственно, комиссия с бирж и других партнеров. То есть все комиссионные, если вы регистрируетесь там по ссылке, будет определенная, я так понял, на бирже. Не знаю, как точно это будет. Там будут определенные партнерские программы, также будет комиссия с них падать. Помимо этого, будет инвестиционный пул. Грубо говоря, все комиссионные будут уходить в этот инвестиционный пул. И админы, как они говорят, будут различными валидаторами сети, например, ТОН, да, за это получать определенный процент и дополнять наш маркетинг, чтобы новичков дальше двигало. Также будут различные лотереи, там с них будет комиссия. После этого есть еще интересная тема — царь горы. Она была в первую же очередь, я в ней не был, был только в Ракетоне, там тоже такого не было. Что это такое царь горы? Вы, к примеру, зашли, оплатили кабинет, если в течение там 24 часов, к примеру, никто следующий не зашел, вы получаете часть денег с пула. То есть копится 24 часа пул определенный. Если никто вас не перебил, вы царь горы, вы получаете этот пул. По-моему, тоже круто. Ну и вот этот интересный момент, почему я видео записываю прямо сейчас. Это небольшое промо прямо на старте. Если вы покупаете пакет не за $10, а за 50 плюс 1 аватар. Если за 100 плюс 3. Я сразу скажу, что захожу на $50 и буду прокупать глубину. Потому что я буду помогать людям. У меня будет глубина как минимум 3-4. Это все нужно прокупать. Насчет автомобилей также поговорим. Друзья, еще пару слов про аватары эти. Когда вы покупаете, к примеру, вы заходите на $10, у вас один аватар и он двигается. Если вы заходите на $50, вы покупаете 5 аватаров плюс один бесплатный. То есть у вас есть все 6 аватаров, которые двигаются в живой очереди. Не значит, что они подряд будут идти. Они распределены. Они все двигаются в живой очереди. С каждого можно получать прибыль. Это в живой очереди. Во втором маркетинге бинара у вас будет в бинаре двигаться, то есть вы будете оплату получать только за одного. Соответственно, все остальные технические аккаунты — это те, которые будут дополнять эти бинары в недостающие. Соответственно, все это быстрее будет двигаться. Возможно, это все сложно, на практике поймете. И еще одно, что хотел сказать. У каждого человека ежедневно по 4 технических аккаунта будет выходить. Они просто дополняют новичков, чтобы они двигались вверх. Тем самым подталкивая всех. Это уже в живой очередь. Что сейчас можно сделать на данный момент? Маркетинг разобрали. Как зайти? Первое, что нужно сделать, это перейти по ссылке зарегистрироваться. Дальше там же будет ссылка моего телеграма. Если вы хотите под мою команду, что если вы хотите более подробно и углубленно знать стратегию, как я буду действовать. У нас различные зумы будут и так далее. Поэтому переходите, потом переходите в наш телеграм-канал. У нас есть также чат. Если вы сюда перейдете, в обсуждение нажмете, вы перейдете вот в такой чат. Вот пишут, движуха началась, трубят во многих каналах, поэтому обязательно регистрируйтесь. Также не забудьте подключить бота. Вот здесь вот, когда вы зарегаетесь, давайте, будет текущее задание. Обязательно все их выполните. Тут вам нужно будет подписаться, установить аватарку, телеграм-бота установить. Телеграм-бот показывает, кто зарегистрировался. Давайте я покажу, как это работает быстро. Вот, в принципе, телеграм-бот показывает, кто зарегистрировался, какие выплаты вам будут приходить. Очень удобно на самом деле. После этого, что мы можем сейчас сделать? Это пополнить кабинет. Возможно, когда вы уже смотрите это видео, вы можете оплатить. Но пока можно пополнить кабинет. Вот, кстати, ваша реферальная будет, ссылка здесь. И вот здесь справа вверху видите кабинет. Платить можно различными способами. Нажимаем кнопку вот здесь «Пополнить». К примеру, $100. Нажимаю ОК, и тут нам различные способы. Это банковская карта, это различные биржи, это MetaMask. Я думаю, самая меньшая комиссия MetaMask, я через Meta делал. Через Telegram вот какие-то проблемы были, поэтому через MetaMask самое лучшее. Нажимаете кнопку «Оплатить», открывается MetaMask, оплачиваете там буквально сколько, $1 комиссия. И все, ничего сложного в этом нет.
Далее, помимо этого, вот здесь будет кнопка сервиса, очень крутые курсы там будут, также академия. То есть за $10 вы получаете крутой товар. Штука $10, это вообще риск никакой. $10 потеряете, ну ничего страшного, там я на 50 захожу, мне не страшно. Но зато вы можете сделать, если немножко поработаете, действительно хорошую сумму. Я это говорю не просто так, я в Ракетоне был, там заработал больше $2000, а вложил вообще копейки. Это было за 3-4 месяца. Я мог бы дальше зарабатывать, там другие проекты пошли, немного фокус сбился. Вот здесь вот также есть различный топ, вот я на 18 месте. Поэтому заходите в топы обязательно, чем выше вы вот здесь будете, тем лучше место, как говорят. Но я думаю, это сильно влияет не будет, если вы будете активны. Поэтому не буду сильно затягивать. Есть какие-то вопросы в Telegram, есть какие-то вопросы в комментарии. Обязательно каждому помогу, кто действительно хочет работать. Хотите на пассиве заходить? Пожалуйста, заходите. $10, как говорит админ, 99%, что вы первый месяц их отобьете. А дальше уже посмотрите, надо вам это или нет. Все, ребят, всем пока.